Пятница в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем плюс 27, ночью до плюс 19. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем плюс 23-25, к ночи плюс 19. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. В Тольятти ясно, плюс 25 днем, плюс 18 ночью. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. В Самаре в течение дня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 25-27. Ночью малооблачно, плюс 19. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Температура воды в реке Волга 18 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.